Здравствуйте, Христос. Добрый вечер. Добрый. Вот он, у нас все записывается, выставляется в интернет. Я вам выпину главное. Вы не против? Не, не против. Я слушаю, говорите, пожалуйста. Ну, у меня вопросы так небольшие. Хорошо, хорошо, давайте. Ну, по поводу как бы крещения такого, хотелось бы поподробнее узнать. Я скину вам материал сразу. Вы мне скинули, я как бы, ну, прочитаю уже. Это читать там книга на сайте «К истинному православию», моя книга. И там по пунктам, я дополнительно скину оглавление. И там 60-я страница «Крещение», там все сказано. Абсолютно все. Угу. Ну, вот, что можете сказать по поводу крещения детей православной церкви? Когда родители так говорят, глубоко верующие, будут воспитывать, тогда надо крестить. А когда этого нет, то это ничего не дает. Ну да, я понял. Это я знаю. Как это отец Дмитрий Смирнов об этом говорил. Крестил, говорит, 20 или 25 лет. Никого нет. Девчонки кем стали? Говорит, каким ребята стали? Наркоманы, да прочее. Вот и все. Надо же заниматься. Это понятно. Ну, вообще это обязательно, да? Ну, знаете, церковь – это корабль. И в Ноев ковчег вошли и малые дети. Если там были. Ясно, что не бросил бы. А церковь раскорабли, поэтому через обрезание принимали в число своих избранных. А восьмой день обрезания. А обрезание в Ветхом Завете указывало на крещение. 2.11 послания к Колоссянам. Так что тут все сходится. Крещение должно быть, но только у верующих. Ну а вот баптисты почему не крестят? Ну почему они не крестят? А потому что они не церковь. Они, ну просто они же как понимают Библию как в здравом, как уме, да, там. Да, сколько голов, столько и умов. А у церкви у нас от первого века были святые учителя. Бог дал, говорит, пророков, апостолов, учителей, в-третьих. Мы спрашиваем, кто учителя, а они не знают никого. Ссылаются на американцев какие-то. Да американцы кто они? Все еретики. Ну, я просто много как бы общаюсь с баптистами, да, у нас тут в деревне много их. Но они мне задают вопрос, как бы, ну почему вы крестите детей? Мол, типа, в Библии не говорится, да, об этом. Там про баптистов ничего не говорится, скажите. Скажи, история не знает баптистов до 1639 года. А Христос говорит, создам церковь, но не церкви. Если его не было в церкви, то это не Христос, он во все дни до скончания века с вами. Они еретики, и поэтому они так и мыслят. А скажи, у вас икон нету, детей не крестите. И все, казалось бы, но таких, кто детей не крестит и прочее, в одной Америке только 21 тысяча названий. Придумали конфессии, деноминации, это сатана прикрыл слово «ересь». Есть истина, есть ересь. Они не церковь. Церковь от Христа основанная. А это от Лютера пошло. 16-17 век. Они хорошие люди, да, работают хорошо, семьи. Да, хорошие были у коммунистов, у фашистов были хорошие. Нет, так-то люди, они хорошие, я ничего не скажу за них. Ну, то, что вот это вот как-то неправильно они все делают. Ну, неправильно. Вот смотрите, допустим, мы говорим, как правильно. А Господь через Павла говорит, не сама ли природа учит вас? Бороду зачем трогать? А у них сплошь и рядом безбороды. Бороду Бог дал мужескому полу, а женскому не дал. Это же понятно и так. Это определение пола, это защита. А вот скажите, пожалуйста, Игнатий Тихонович, вот как бы в Ветхом Завете, да, написано, ну, не стригите бороду свою, да? Ну, края бороды свою. Вот, а вот они как бы стригут, они вообще даже... Когда я вам скину материалы оглавления, там отдельно «О бродобритии». И вы прочитаете все. Табакокурение. У меня все по пунктам разложено.
Я на эту книгу 40 лет искал. Материалы собирал на эту книгу 40 лет. По строчкам. Обязательно прочту. Я сразу, как сейчас поговорим, я скину дополнительный материал, который там уже есть, но вам надо искать, в какой книге. А я прямо оглавление выкину. Оглавление вы откнете только и сразу откроете. Спасибо. Да. Ну, я так не подготовился особо, как бы, ну, к вам, чтобы задать какие-то еще вопросы. Обязательно, как подготовлюсь, можно будет вам позвонить. Вы родных, близких своих, товарищей, скажите, у меня есть возможность получить ответ на любой вопрос. Любой, какой как на земле есть. Я 58 лет этим занимаюсь и учусь каждый день. Да, я вас смотрю в Ютубе. Давно уже. Мы ничего не скрываем, не наращиваем. Вот как разговариваем, так и выставляем. Нам не надо ни стыдиться, ни бояться. У нас все открыто. Это людей привлекает. Мы не делаем там какие-то подземные ходы, не подрываем человеку авторитет. Он как говорит, все так и есть. Понятно. Все, тогда, если вопросов нет, я ухожу. До свидания. Все, спасибо вам. Так, ждите, сейчас я минуты через две я скину.